на старшине. С точки зрения вот старшего поколения я кое-что скажу. Во-первых, в изобразительном искусстве создание портретов – это не самый легкий путь. Это трудный. Но чувствуется, портрет получается очень хороший, хорошего художника. У него все впереди еще. Я вам желаю успеха в этом направлении. И решил небольшое замечание такого порядка. Вот портрет вот есть, какого-то пожилого человека. Автор назвал стариком. Это дело права, вернее, лучше сказать, права автора, как назвать произведение. Я вот все-таки посоветовал бы назвать это бабаем. Мы уважаем какое-то слово в наших краях. Вот меня встречается на возможно, на улице. Не старик, а старец можно, да? Старший, ну, значит, как там, если сделать, да, вот. Понимаете, встречается на улице мне знакомые, спрашивают, как дела, Алексей Михайлович? Я не говорю по-стариковски, я говорю по-бабайски. Это звучит немножко по-другому, как-то уважительнее, что ли, я не знаю. Но одно дело, скажем, ко мне обращаться, здравствуйте, старик. Другое дело будет вообще здравствуйте, бабай. По-другому уже звучит. Конечно, что значит здесь мое мнение. Согласен. Ладно, я вам желаю успехов, всем остальным поздравляю наступающим завтра Новым годом. И доброго желаю здоровья всем и вашим близким. Спасибо.